Здравствуйте. Я очень рада вас всех видеть. Большое спасибо, что вы все пришли сегодня. Большое спасибо моей группе поддержки, маме Надежде Николаевне, моей дочери прекрасной Лидии и моим двум прекрасным друзьям из моего театра, актерам. Это Амбарцум и Ира. Прекрасные, замечательные актеры. Я уверена, они здесь тоже в свое время будут. Так, я потихонечку начну. Я очень волнуюсь, но я надеюсь, сейчас я успокоюсь, и все будет хорошо. Я хочу сказать, что уже была передача с моей сестрой Кутеповой Полиной. Она уже была здесь, а я сидела там. И когда мы решили, что вот я тоже буду участвовать в такой передаче, то первая мысль была у меня, боже мой, она уже все рассказала, о чем рассказывать, потому что жизнь наша с Полиной была очень вместе, мы были близко все время, и события, через которые прошла она, через эти же события прошла и я, и я немножко была озадачена и даже не знала, как же быть. Но потом я подумала, вы знаете, все-таки она – это она, я – это я. И поэтому мой взгляд, конечно, на те же самые события, которые происходили в моей жизни, на тех же самых людей, которые были в нашей жизни, этот взгляд, конечно, будет другой. Знаете, это были такие стереоскопические фотографии. Фотографировали с двух разных точек. И такая карточка, один какой-то объект, но чуть-чуть... А, нет-нет, это вот такие старинные, но еще в детстве были, вы помните. Такие бинокли, стереоскопические какие-то фильмы, и там объемное было 3D-изображение. Вот, я буду считать, что у нас вот с Полиной будет такое, ну не 3D, а 2D-изображение, стереоскопическая открытка, Кутепова Ксения и Кутепова Полина, две точки, и объемное в результате изображение нашей с ней даем жизни. Я бы назвала тогда вот эту передачу «Сестры Кутеповы. Том 2» или «Сестры Кутеповы. Издание 2 дополнено». Ну и еще под заголовок «Счастливый случай». Полина очень много говорила о нашей семье, поэтому я так флажолетом коснусь. Все, что вот есть основное, заложено этими прекрасными мамой и папой, генетически сначала, а потом еще и воспитанием детской. Все, что происходит в детской, оно это 80% того, что потом происходит с человеком в дальнейшей жизни. Вот это классическая история. Мамин старший брат, дядя Коля, привел к себе с собой в гости друга Пашу. И там была младшая сестра. Надюша. Ну вот, собственно говоря, это такая классическая история. Друг старшего брата уводит из дома младшую сестру. Классическая история. И вот Паша, рыжий Паша, в результате завоевал самую красивую студентку Бауманского университета. Блондинку Надю. Да. У папы было много-много-много качеств. Он был невероятно увлекающийся человек, невероятно талантливый. Он рисовал, играл в самодеятельности. Ну, очень-очень одаренный. И я думаю, это многое нам передалось всем сестрам. А еще я забыла сказать, вот, что семья состояла у нас из 5 человек. Папа, мама, старшая сестра Злата. Старше на 3 года, и мы с Полиной вдвоем 2 сестры. Злата была... влияла на нас очень сильно. И я считаю, вот одно из важнейших ее... влияний, она была безумно увлечена театром, безумно мечтала стать актрисой, училась в театральной школе, ходила в театральную студию, и, наверное, поэтому мы с Полиной
случайно стали актрисами. Но и еще был один момент, за что я невероятно благодарна. Однажды мы учились, перешли в 9 класс, и Злата сказала: «Господи, что вы делаете здесь, в этой школе? Ну-ка, быстро идите в 67-ю». Хорошо, мы пошли в 67-ю спальню. Что это такое? Куда она нас отправила? Вот совсем ничего мы не знали. Мы пришли в 67-ю школу на Кутузовском проспекте. И, о господи, как нам повезло. Мы пришли к учителю литературы Льву Иосифовичу Соболеву, который дал нам какие-то тесты. И тут он сказал: «Ну хорошо, я вас беру». И мы с Полиной просто стали ездить туда, на Кутузовский проспект. А потом, где-то недели через две, заходит зауч, это 67-я школа, в класс, и говорит: «Сестрка, у тебя быстро ко мне в кабинет». Мы приходим, говорит: «Простите, вы кто такие, где ваши документы?» Мы даже не подумали о том, что нужно, собственно, взять какие-то документы и перевести в другую школу. В голову нам это не пришло. И в этой 67-й школе мы учились у Тамары Натанны Эдельман. Это такое счастье и такая удача. Я сразу скажу, мне очень совестно, я была нерадивой ученицей. Ну, в общем, мы бегали смотреть кино, Феллини, 8,5, вместо истории. Ну, Тамара Натанна никогда нас за это не ругала. Она говорила: «Феллини, хорошо». В подростковом возрасте очень важно, с кем сталкивается ребенок и чьи взгляды и интересы оказывают на него влияние. Угу. Вот когда вы были подростком, как вы думаете, кто повлиял именно на вас? Про себя хочу сказать. Встречи важны. И не только с людьми, но и с книгами. Вся наша квартира была заставлена книгами. У нас была большая библиотека, и везде были книги. Везде, 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 везде. Поэтому помню вот этот трепетный период. Помню себя читающей всегда. Я так хорошо помню этот стеллаж в темной прихожей. Там голубая полка «Нового мира». Внизу почему-то стояли журналы про архитектуру. Ведь это был какой-то то ли американский журнал. Откуда у нас дома? Я провела часами, разглядывая схемы международных аэропортов. Понимаете? Это было так интересно. Это меня захватывало. А потом был важный момент в нашей жизни, моей и Полины. Мы тоже как-то случайно, не особо ни о чем не думая, пошли во Дворец пионеров и стали заниматься в киношколе. И там была педагог прекрасная Алла Ивановна Степанова, которая, конечно, вот эти отроческие года, 14-16 лет, имело серьезнейшее влияние на наше мышление, на наш вектор развития. И она заставляла нас думать о фильмах, размышлять, пытаться понять, о чем, зачем. Я ей очень благодарна. Расскажи о детстве, именно о тех воспоминаниях, которые тебя сейчас заряжают. Ну, то есть то, что ты ярче всего и чаще всего вспоминаешь. Да. С возрастом все чаще вспоминаешь детство. Я думаю, это у всех. Ведь да? Была дача в Гривна. Туда все время в своих мыслях, когда плохо, туда возвращаешься. И там всегда хорошо. Всегда. И это тот плод, который не потонет и куда можно притулиться, когда плохо. И там был сарай, родственники туда свозили всю старую одежду, гора старой обуви и гора сломанных велосипедов. И вот мы с Полиной туда ныряли. О, сколько там было проведено прекрасных часов. Наматывание на себя всех этих одежд, дефиле. О, это было прекрасно, так хорошо я это помню. Вообще, дача, у меня все время есть желание туда вернуться, съездить, мама. Вот всегда хочу взять машину, сесть и поехать туда, вернуться и увидеть это все опять. Я боюсь. Внутренне страшно, но я вот что сделала. Я открыла карты Google, спутник,
и посмотрела сверху на крышу нашего домика. Здравствуйте. Здравствуйте. В одном интервью вы сказали, что смогли бы заниматься и другой профессией. Да. Не вступили бы с первого раза в институт, второй попытки не было. Вы и сегодня так считаете? Да. Ну, я... Ну, вопрос, конечно, такой, знаете, непростой. Иногда мне кажется, что я себя просто убеждаю в том, что плевала я на этот театр. Мне кажется, что есть что-то в этом подсознательное, нежелание, чтобы этот театр забирал полностью всю мою жизнь. И вдруг прийти к мысли, что я кроме театра больше ничем не могу заниматься. Это все, что есть у меня. Я очень боюсь этой мысли, я не хочу так. Поэтому себе я всегда говорю, могу легко заняться чем-то другим. И если бы я не поступила второй раз, я бы и не пыталась. Все. Я хотела бы дополнить, а чем именно бы ты вот занималась, хотела бы заниматься? О, как, чем бы я занялась? Я могу точно сказать, что, наверное, я бы не была бы, как это говорят в народе, технарем. Наверное, нет, вряд ли. Хотя я любила физику. Но нет, не мое. Все-таки я художественно одаренная натура. Устойчивое словосочетание. Сестры Кутеповы. Да. Как вы думаете, почему таких двух одинаковых девочек вдруг взял к себе на курс Петр Наумович Фоменко? Когда вот мы пришли в ГИТИС на режиссерский факультет, а я... Пусть простит меня Ира Горбачева. Считаю, что ГИТИС, режиссерский факультет, это самое лучшее театральное образование у нас в России. Не побоюсь этих слов, я глубоко убеждена в этом. Режиссеры многое понимают об актерах, а актеры многое понимают о своей профессии. О Петре Наумовиче. Вот он, когда нас увидел двоих, я думаю, он сразу увидел, что мы очень разные. Мы на самом деле очень разные, и я всегда удивляюсь, когда мне говорят, ой, мы вас путаем, мы не знаем, кто вы, Ксения или Полина, вы кто? Я говорю, я Полина. Ну, не важно. Но Петр Наумович это сразу увидел. Он был очень мудрый, очень умный. Но еще, поскольку это был режиссерский факультет, я думаю... А, еще у него было одно качество. Он всегда шел наперекор. Он всегда шел за границу. Он терпеть не мог формуляры. Он не терпеть не мог правила и законы. Поэтому, я думаю, отчасти это было ослабо из трех женских мест взять двух одинаковых. И у нас есть спектакль «Волки-овцы», который он сделал с нами на четвертом курсе, Петр Наумович. И я играла там Мурзовецкую, Полина играла Купавину. И есть там реплика. Я смотрю на Купавину Полину, а это два антипода в пьесе. Страшная Мурзовецкая, волк и овечка Купавина. Но Фома всегда, когда делал спектакль, он говорил, ну кто есть кто, где там овца, где волк? В человеке и то, и другое. И вот этот волк говорит овце, я на тебя как в зеркало смотрю. Это слова Островского. И в этот момент всегда непонятно, вот она же такая же, а кто из них волк, кто овца? Это было вот такое очень фоменковское, режиссерский взгляд. И я думаю, тогда, в 88-м году, он это все почувствовал, ему было интересно. И он нас взял. И часто он у вас бывает-то? Он уж! Да ну уж он! Он уж! Да ну уж! И он уж, известно... Он и по соседству уж он. Так, а что он там?
любезничает с Евлампией-то. Он уж? Ну. Да на куда ж ему, ну? Он уж... У него уж все уж давно уж. Да и я уж давно уж все уж. А вы что? А что же у вас делает-то, а? Он уж? О, он уж. Да все уж он. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о тех, кто помогал студентам вашего курса стать актерами, и чем система Петра Фоменко отличается от других? Вот Петр Наумович Фоменко, великий, с полной ответственностью. Сейчас произношу эти слова, и я не боюсь их. Великий, гениальный русский режиссер Петр Наумович Фоменко. Счастливый случай поступить к нему. И счастливый случай, что педагогами у Петра Наумовича Фоменко на тот момент были Евгений Борисович Каменькович, Сергей Васильевич Навач и Ольга Васильевна Фирсова. Сложилось обучение таким образом, как я себе сейчас его вижу. Первый курс, два, нами в основном занимался Евгений Борисович Каменькович. Первое, что он сделал, он нас убедил, что мы гении. Мы, правда, были уверены, что мы гении. Он занимался с нами импровизацией, и он делает это восхитительно. Мы за ним шли вереницей в мир, в стихию игры. Хэппенинг творился вот все два курса. Это было счастье. И сделали первое, что мы сделали на курсе, на втором. Первый дипломный спектакль мы сделали уже на втором курсе. Это был спектакль «12-я ночь» Шекспира. Когда мы репетировали, мы не могли остановиться от хохота, понимаете? Это было замечательно. Он в нас пробуждал невероятную энергию. Потом уже где-то в курсе на третьем к нам приблизился Сергей Васильевич Навач. И он вот эту всю неуемную стихию игры стал немножко... пытаться нас посмотреть на это критически. Мы уже как-то начали, этого так много, что у нас уже было наработано с Евгением Борисовичем, пытаться как-то контролировать и выуживать из этого котла энергии творчества то, что нам нужно. Сергей Васильевич тоже гениальный педагог. А потом вот пришел Петр Наумович и стал делать «Волки и овцы». Это было трудно. Трудно. Вообще вот о Петре Наумовиче я прям отдельно буду говорить много. Вот была стихия, потом была наша рефлексия с Женовачем. И вот пришла профессия в образе Петра Наумовича. Лично я была не готова совсем. И это вот тот период, когда я периодически пыталась уйти из института. Да нет, я пыталась уйти с первого курса, ничего не получалось. Страдала самолюбие. Как же так? Это было невыносимо. И хотелось бежать как можно дальше. И не заниматься этим ужасным делом, где ничего не получается. И Петр Наумович... Он, знаете, ничего нам не объяснял. Он не занимался теорией вообще. Он просто начал репетировать. Это было так. Вот сейчас ты делаешь три шага. Дальше вот скажи вот эту вот реплику. И посмотри вот так вот. И к концу реплики окажись глазами вот там вот на пятке партнера. И вот. Раз, два, три. Реплика. А, господи, где пятка? И, понимаете, это Буратино. Это было невыносимо. Это было очень трудно. Это я сейчас простейшую схему показала. А вот тут ты плачешь-плачешь, а на вдохе засмейся. Это было наше любимое место. Был спектакль у Петра Наумовича в Ахтанговском театре «Без вины виноваты». И там Борисова, великолепная Борисова, пела романс. А потом, допивая одну строчку, она
Смеялась? Прекрасно. Понимаете, это все сделала Фома. Она делает это бесподобно. Но мы всем курсом пытались это повторить, потому что это невозможно. На выдохе засмеяться, а на вдохе зарыдать. Это вот Петр Наумович. И вот мне, сколько уже было тогда, лет 20, и я ничего не получается. Это невозможно все выполнить, потому что ты считаешь шаги вместо того, чтобы жить на сцене. Было тяжело, но мы это прошли. В смысле... Но важно, что мы выстояли, понимаете? Мы это выдержали, мы продрались, и мы поймали в этом кайф работать с Петром Наумовичем вот таким образом. Ксения, да. На ваш взгляд, в чем уникальность режиссера Фоменко? И почему вы, его актеры, считаетесь особенными? Да. Спасибо. Сейчас с удовольствием, сейчас буду опять долго говорить. Еще с удовольствием, потому что вот здесь присутствует, как я же говорила, актеры, молодые актеры нашего театра. Они бывшие стажеры. Поэтому я сейчас немножко так с менторским тоном буду им рассказывать о методе Петра Наумовича. Есть у Петра Наумовича три слона, на которых держатся его спектакли. Музыка, слово и актер. Вот это три главных составляющие. О счастливом случае. Петр Наумович в детстве занимался скрипкой. У него был абсолютный слух. Музыка осталась с ним на всю жизнь. И все актеры Петра Наумовича в спектаклях ведут диалог с музыкой. Слово. Петр Наумович, когда его выгнали из МХАТа, с актерского факультета, он поступил в педагогический, на литературный факультет. В результате это невероятно важное для него имело значение. Автор, слово. И Петр Наумович учился в МХАТе на актера. Понимаете, я думаю, что, может быть, он был бы хорошим актером, потому что показывал он божественно, с удовольствием. Мы приседали под гнетом этого блестящего показа, потому что повторить тут же так же гениально было невозможно. Мы это уже сразу поняли, что невозможно, а надо повторять. И Петр Наумович, он со своей этой актерской природой внутри, как он нам выстраивал роли. Он обожал актеров, он опирался на них в спектакле. И вся его режиссура, это я сейчас, это известный факт, все уже давно об этом много сказали, его режиссура, она растворялась в актерах, понимаете? Ксения, могли ли вы поспорить с Петром Фоменко, сыграть роль по-своему и, может быть, привнести что-то свое? Я с ним вместе с Петром Наумовичем с 16 лет. 21 год. Я наблюдала движение большое. Он менялся от спектакля к спектаклю. Я тоже менялась. Конечно, когда я начинала с ним работать, то главная задача была выполнить все, что он сказал, не сомневаясь, и только бы суметь выполнить. Я была исполнителем на 200%. Не хватало еще собственного веса, осмысленного прошлого и своей осмысления жизни, чтобы вскочить с ним на одну ступень. Потом у меня родились дети, сначала один, потом вторая. И потом пришел момент, когда я поняла, что я выхожу на сцену, и я могу не только выполнять схему Петра Наумовича, но я могу еще сама по себе разговаривать со зрителем в роли сама, от себя, от своего опыта, от своих родителей, детей, семьи, дома. Поэтому... Есть спектакли, которые на данный момент я играю уже не от Петра Наумовича, а от себя. Я взяла эту ответственность на себя, ну а, соответственно, я что-то там меняю, конечно. Но еще был такой спектакль у нас, я считаю, он был
важным для Петра Наумовича и для нас. Я имею в виду спектакль «Три сестры». Потому что там Петр Наумович с нами работал уже по-другому. Потому что там Петр Наумович уже нам ничего не диктовал, а спрашивал, а как вы думаете? А мы были к этому не очень готовы. Вы знаете, мы говорим, что мы думаем? Мы ничего не думаем. Но мы думали, там в чем-то мы с ним не соглашались. Мне кажется, там у Петра Наумовича вот с Чеховым, он с этим текстом не знал, как его раскурочить, потому что там уже есть многоточие, их там много. И тогда мы поняли, что мы должны тоже его поддержать своими мыслями. Но это был важный момент, очень важный для нас. Мы стали... Ну, понимаете, надо ведь уходить от родителей. Обязательно. Вот я считаю, что спектакль «Три сестры» был для нас уже этим шагом за дверь. Встает в 12 часов дня, потом пьет в постели кофе, потом 2 часа одевается, потом ужасно. В жаркую погоду так иногда хочется пить, как мне захотелось работать. Все. Все. Если я не буду рано вставать и трудиться, то, ну не знаю, откажите мне в вашей дружбе, Иван Романович. Откажу. Отец приучил оставать 7 часов. Теперь Ирина просыпается в 7, по крайней мере, до 9 лежит. И о чем-то думаю. Лицо серьезное. Ну вот, ты привыкла видеть меня девочкой, и тебе странно, когда у меня серьезное лицо. Оля, мне 20 лет, Иван Романович. Ксения, добрый вечер. Вы получили премию Константина Станиславского за лучшую женскую роль в спектакле «Семейное счастье». Расскажите об этом. Я вот считаю, что для меня это был переломный момент моей работы в театре, потому что в этом спектакле я первый раз встретилась с Петром Наумовичем вот так, один на один. Потому что там я играю прям такую вот большую роль, я не ухожу ни на секунду со сцены. И вот репетиции с Петром Наумовичем я прошла. Вы знаете, главное, чему я научилась в этот момент? Я научилась работать. Потому что работать актер не любит. Нет. Петр Наумович в тот момент выпускал параллельно два спектакля. Он еще репетировал «Одну абсолютно счастливую деревню» и «Семейное счастье». И он приходил с одной репетиции на другую. И я видела, что сил у него очень мало. Очень мало. Ну, совсем чуть-чуть. И надо этот остаток сил использовать очень рационально. Понимаете? Это, может быть, очень жестко и жестоко звучит, очень эгоистично, но я это хорошо понимала, что если я сейчас буду ходить по сцене и как-то вот так вот пытаться что-то выполнить, все, лимит будет исчерпан моментально. Поэтому я была всегда готова к репетиции на 100%. И вот это главное, чему он меня научил, это 100%-ному включению с ним. Моментальному. Оказалось, что я работоспособна. Это было для меня неожиданность. Ксения, такой вопрос уже задавали вашей сестре Полине, но нам бы хотелось услышать ваше мнение. А в спектакле «Моряки и шлюхи» нет слов, только хореография. Нет. Каково это весь спектакль молчать? Вот для вас это сложно или наоборот просто? Я бы сказала так, в этом спектакле сложно говорить, а не молчать. Понимаете? Потому что он построен по законам, ну, это не танец, но ну, там, актерского танца, по законам формы движения тела, там язык тела, музыка, мизансцена. Там другие законы. А там есть несколько реплик. Они есть. Вот сказать их
очень сложно. Невозможно. Ксения, выпуск премьерного спектакля для любого актера – это особый период. Скажите, а как вы переживаете это время? Непростое. Да. О, это очень непростой период. Ну вот, домашние мои знают. Они в курсе. Потому что бывают очень сложные выпуски, я не скрою. И гарантированные депрессии. И забываешь, какой сегодня день. И вообще, обедала я. А что завтра? Вот мой муж, Сережа Осипьян, он в этот момент, в эти периоды так просто немножко ходит, не встречается на пути. Немножко отходит к стеночке и ходит в квартире по стеночке. И молча готовит. Да. Конечно, мозги заняты 24 часа в сутки спектаклем. Думаешь только о спектакле, и ни о детях, ни о муже, ни об обедах, ни о чем больше не удается. Не чувствую я угрызения совести, честно говоря, по поводу этого. Я немножко бываю в состоянии вот такого рассеянного непонимания. И вот однажды, быстро расскажу, ребят, простите. Однажды мы выпускали спектакль «Самое важное». Там в конце у моего персонажа Гальпетра есть огромный монолог. Он был огромный. Евгений Борисович Каменькович, режиссер спектакля, написал эту композицию, и там был огромный монолог. Но я понимала, уже 3,5 часа идет спектакль, и в конце еще мучить зрителя этим огромным монологом, это не бесчеловечно, да и не очень практично, они не выдержат. Это будет провал. И я его сокращала. И уже неделя до выпуска, и я все эти предложения в голове у меня прокручиваются. И закончилась репетиция. Неделя до премьеры. Я выезжаю из театра, 12 часов ночи. Я заезжаю на заправку рядом с театром. А репетирую монолог. Вообще репетировать в машине – это самое приятное, потому что никто не видит, не слышит. Ты вслух все проговариваешь, прям как в ванной. Вот. И дальше я заезжаю на заправку и репетирую монолог Гальпетра. Я выхожу, я вставляю пистолет в бак и проговариваю монолог Гальпетра. Я расплачиваюсь, говорю монолог Гальпетра, сажусь в машину, завожу машину и уезжаю. А дальше я слышу звук странный. Бум-бум-бум-бум. Я так оборачиваюсь и вижу, что за мной, как консервная банка, прыгает целая бензоколонка. Ну, на крыше машины я забывала все. Ключи, телефоны, все это сдувало ветром. Однажды, была такая история у меня, на вахте мне передал один режиссер сценарий. И периодически звонил и просил прочитать. Я говорила, да-да-да, сейчас прочту, но я забывала. И уже когда поняла, что ну нет, уже неприлично, я сказала, все, давай вот вечером позвони, и я тебе прочту и все расскажу, свои ощущения, и нравится, не нравится, буду я сниматься, не буду сниматься. А он лежит на вахте, сценарий. Я хватаю с радостью этот сценарий. Он был не сшитый. Я подхожу к машине, кладу сценарий на крышу машину, сажусь и уезжаю. Приезжаю домой. Сценария нет. Думаю, господи. Потом вспоминаю этот звук. Его раздуло. Понимаете? Но вечером позвонил режиссер. Да, я рванула, конечно. Я подумала, надо собрать листочки. Я приехала, но их уже не было. Вечером позвонил режиссер и сказала... Господи, какой хороший сценарий. Мне очень понравилось. Это невероятно. И я снялась в этом фильме. Ксения, добрый вечер. Вы сыграли 2 спектакля на сцене МХТ. Да. Вот насколько вам было комфортно играть на чужой сцене, и как быстро вы нашли общий язык с коллегами, у которых имеется другая театральная школа?
Сергей Васильевич Жинавач выпустил спектакль «Белая гвардия» в Амхате. И Наташа Рогожкина, которая играла роль Елены Турбиной, уходит в декрет, и Сергей Васильевич просит меня, свою ученицу, ввестись вместо Наташи Рогожкиной. Временно. И я с радостью соглашаюсь, потому что Сергей Васильевич Жинавач мною обожаемый человек, режиссер-педагог, и потому что я, честно говоря, всю жизнь мечтала сыграть Елену Турбину. Но все-таки это не мастерская Петра Фоменко, МХАТ. Сейчас я не говорю о знаке плюс или минус. Там другие законы. Мне было сложно, потому что я-то пришла со своими законами. И я долго так пыталась настоять на своем понимании, как надо. А там все по-другому. Поэтому было сложно. Еще, понимаете, это был вообще первый раз для меня, первый опыт. Ну, понимаете, это как вот выкинуть за дверь щенка. Я вышла из теплицы. Я всю жизнь проработала в одном театре с одними людьми, с любимыми актерами, с любимыми режиссерами. И тут вдруг я первый раз в жизни оказалась в чужом театре. Я работаю с незнакомыми мне актерами, прекрасными, шикарными, великолепными. И я, к тому же, первый раз в жизни ввожусь на чужую роль. Было сложно, но еще, знаете, там прекрасная команда работала. Все Пореченков, Хабенский, Толя Белов, Семчев. Великолепные актеры, но они все очень люди занятые, поэтому все собрались на сцене. Я всех увидела на сцене в первый раз только когда был спектакль со зрителем. Понимаете, более стрессовой ситуации в своей жизни я не могу вспомнить. Это, знаете, была такая прививка. Мне сделали прививку, и я стала морозоустойчивой. Здравствуйте. Фильм «Путешествие с домашними животными» был снят женщиной о женщине. Да. Легко ли вам удалось достичь взаимопонимания с режиссером? Вера Сторожева, режиссер фильма «Путешествие с домашними животными». Я считаю эту картину своим таким... Ну, там я снималась как-то, но все это было мною... Не очень я внимательно к этому относилась. Это были какие-то, может быть, проходные роли. И несерьезно все. Я так снималась очень бессознательно, и мне было не очень это интересно. Тут мне приходит сценарий невероятно хороший. Это большая редкость. Я вам скажу, хороший сценарий – это большая редкость. Я понимаю, надо бороться. Надо обязательно сыграть в этом фильме. Я боролась, я приходила на репетиции к Сторожевой с тетрадочкой. Чем, по-моему, ее сразила на повал. Это передаю свой опыт. И мне вот повезло, что я оказалась с этим сценарием в руках у Сторожевой, потому что, конечно, я ничего не знала про кино, я ничего не умела, я понятия не имела, что надо, как надо. Это совсем другая профессия, это не имеет к театру никакого отношения, это совсем другие способы выражения, законы выражения и другие законы восприятия, все по-другому. Поэтому я взяла за руку, рукой за Веру Сторожеву и слепо за ней шла. Она мною руководила. Какое счастье, что это была она. Она не позволяла мне никогда сфальшивить. Ну, не получалось. Был хороший опыт. Это было начало моего пути в кино. И я бы даже сказала, знаете как? Мне стало интересно в кино. Мне было неинтересно. А стало интересно. Мне стало интересно эта профессия киноактера. Про конфликт? Нет, я была ученицей. Не было конфликта. Единственное, что все-таки с женщиной-режиссером работать, наверное, сложнее, я думаю, мне. Я люблю работать с мужчинами-режиссерами. Uh-huh.
Без свидетелей. Роль психоаналитика. Да, моя любимая. Нет экшена. Практически все построено на монологах. Скажите, пожалуйста, чем вас заинтересовала эта роль? Тоже мне прислали диск с надписью «Ксения, вот, пожалуйста, посмотрите». И если вас заинтересует, приходите на пробы. На диске был записан американский сериал, который назывался «Интритмент». Я вообще не очень, честно говоря, смотрю сериалы. Я села смотреть, и я не могла оторваться. Я сидела и смотрела, смотрела, и я не представляла, как это возможно. Я сейчас объясню. Такая там история про психоаналитика, к которому каждый день приходят пациенты. И каждая серия – это один сеанс с одним пациентом, следующий день недели, вторник – это следующий пациент. И так 4 дня, а 5-й день – это обязательно любой психоаналитик должен ходить к своему психоаналитику. Такие у них правила. Я, конечно, понимаю, да, я хочу, но как страшно, потому что приглашают меня на роль ту, которую играет Габриэл Бирн. Маститый 60-летний актерище голливудский. Боже мой, куда я? Что я? Ну, правда, я так испугалась. И подбила меня Полинка. Я с ней делюсь, она говорит, а я пошла. А я так, ну, хорошо. Я тоже. Она вот меня как-то задела. Работа была тяжелая. Почти полгода. Очень тяжелая работа. Это 12 часов смена, это километры текста, которые правятся тут же и тут же учатся. Это очень трудно. Надо сказать, что я... Физически я сильно пострадала после этой работы. Я похудела, у меня был нервный стресс, я никого ничего не видела, не слышала. Это было сложно, но очень интересно. Вы знаете, все эти потери, они стоят того. Там был прекрасный режиссер Илья Малкин. Одно качество было у Ильи великолепное. Если он понимал, а я еще сказала, вы знаете, мы вначале репетируем полдня, полсмены, а потом только снимаем. Я заставила их это сделать. Это моя заслуга. Я горжусь этим. И если на репетиции мы понимали, что ничего не получается, не сходятся концы с концами, то он отменял смену. Я таких режиссеров больше не встречала, я вам признаюсь. Да, он мог отменить смену, потому что мы не готовы. Большое ему спасибо. И я сейчас еще скажу пару слов, почему меня эта работа так захватила. Понимаете, там все построено не на монологах, на диалогах. И эта близость этого киноматериала, сериального материала, близость к театру, она меня покорила, захватила, и я вот туда нырнула с головой. И я благодарна этому случаю. Счастливому. Ксень, здравствуй. Официально здравствуй. Я хотела тебе сказать, во-первых, большое спасибо, что ты позвала нас с Амбарцумом. И хочу сказать, что для меня это какая-то большая и честь, и гордость, что я сейчас присутствую здесь сейчас, разговаривая с тобой в этой студии, именно на этой передаче. Я хотела спросить, а насколько повлияла на тебя в таком случае эта работа? Ну, то есть... Ну, ты же знаешь, что я... Стала хирургом. Нет-нет, я просто с друзьями, когда разговариваю, я начинаю свою речь обычно такими словами. Я, как дипломированный психоаналитик, вот что хочу тебе посоветовать. Ксения Павловна, еще раз добрый вечер. Можно к вам обратиться с личным вопросом? Да. Вы 19 лет уже замужем. Почему именно этот молодой человек был выбран вами? Да. И почему этот молодой человек сегодня столько лет удерживает вас? Спасибо за вопрос. Я очень рада, что мы совершили такой круг и вернулись опять в дом. Это красивая история у нас сегодня получилась. Вот Сережа Осипьян, мы вместе 19 лет.
У нас двое детей. Вообще, мы с ним встретились-то давно, еще на втором курсе он пришел в ГИТИС, что-то, он учился на высших режиссерских курсах, он пришел, что-то ему нужно было отснять, и он снимал, сидел, снимал в зале наш зачет. Мы с Полиной играли Гоголя «Двух приятных дам», приятную очень и не очень даму, и вот у нас до сих пор есть эта запись, он снимает. А отрывок был хороший. Мы хорошо с Полиной там играли. И он увлекался, смотрел, и у него камера так периодически опускается. И мы не в кадре, а только наши. Ну, и потом он вспоминает, опять начинает снимать, а потом опять увлекается. И вот так вот, вот запись нашего с ним первого знакомства «Мои ноги в кадре». Потом мы с ним познакомились, подружились, и я снималась, по-моему, во всех его там курсовых и дипломных работах. И он был моим прекрасным другом. Я в припрыжку бежала, помню, из института к нему на съемки. У него есть дар, он вокруг себя создает поле. С ним очень приятно и комфортно работать. Он всех любит, и в ответ его все любят. И на площадке, на съемочной – это большое удовольствие. Он очень, как-то я сейчас скажу, он какой-то очень обаятельный. Но это ничего не говорит о нем. Но он невероятно обаятельный, располагающий к себе, поэтому вот мы много лет просто дружили, просто дружили. И я радовалась этой дружбе. Он мне говорил, что он пытался за мной ухаживать, я этого никак не заметила. Ну и все. А потом вдруг, вот в 96-м году, такой странный случай. Вот уже не счастливый, а странный. Потому что вдруг, я не знаю, что произошло. Это, ну правда, это очень странно. Вдруг я влюбляюсь без памяти, ну просто без памяти. И никогда со мной такого раньше не было. И вот уже 19 лет мы вместе. И за эти 19 лет, что мы вместе, я поделюсь сейчас небольшой тайной, мы прошли долгий путь. И вот, отбросив все какие-то шаблоны и представления о том, как должны жить в доме муж и жена, и что они должны делать, мы пришли сейчас очень гармоничному существованию. Сережа очень любит готовить, мыть посуду, ходить в магазин. А я люблю прибивать, сверлить, вешать карнизы, чинить розетки. Холодильник починила. И мой самый... самый любимый предмет дома – это ящик с инструментами. Но это домашняя наша жизнь, это такая частная территория, она закрытая. Я больше ничего рассказывать не буду, но я с удовольствием еще расскажу немного о том, что есть у нас еще, конечно, точка соприкосновения. Он кинорежиссер. Я снимаюсь у него в фильмах, и вы знаете, у нас с ним есть почти такое же понимание, как у меня друг друга, как у меня с Полиной. Нам с Полиной вот не надо, честно говоря, много говорить. Мы так на уровне междометий, взглядов, мы очень хорошо друг друга понимаем. И мне кажется, что был период, когда в результате я с трудом могла говорить, я с трудом могла передать свою мысль кому-то другому, чтобы было понятно, потому что мне это не очень все время нужно было, потому что была рядом сестра Полина, которая меня понимала без слов. Я очень помню этот мучительный процесс. Я вот все ждала от своих детей. Я думаю, сейчас у них, вот сейчас будет они. Я увижу это, как им трудно сказать. Нет, не было. Не было, она вон болтает, как попугай всегда, без остановки. Вася тоже очень легко разговаривает. И я поняла, что это было связано именно нашим с Полиной таким сосуществованием плотным в обнимку. Так вот, Сережа за 19 лет
Я могу сказать, что это практически то же самое. Знаете, я очень боялась, но я вот смотрела на вас и видела очень много в ваших глазах интереса. Это меня держало на плаву в данный момент. И я хочу сказать вам большое спасибо моей группе поддержки, Лида, мама, Хамфа и Ира. Я получила огромное удовольствие. Спасибо.